Ребят, всем привет! Вы на канале Giant Games. Мы продолжаем играть в симулятор качка. И сегодня, смотрите, у нас начинается видео с того, что у нас почти 2000 силы. Наша задача сейчас добить 2000 и пройти вон туда, в новую локацию. Интересно, что там нас ждет. Давайте чуть-чуть... нам осталось совсем немножко, добиваем. И сразу же идем туда. Так, у нас... О, по 9, круто. Начало неплохое. Когда по 9 дают, вообще очень классно, здорово. Так, 8. Нам осталось всего лишь 16. Так что сейчас, наверное, еще два раза нам по 8 дадут. Вот, и еще разочек по 8. Ничего себе, смотрите, какой гигант. Какая у него голова-то маленькая, тело, смотрите, гигантское. 1994 у нас еще 6 надо. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот, все, ребят. Все, ребята, теперь мы можем пройти. Ну-ка. Нам надо 2000 силы. Все, ребят, мы прошли. Ничего себе, смотрите, какой быстрый. Это читер, наверное. Потому что, ну, у него нету столько силы, как у меня. Вот зачем он это делает? Вы посмотрите, он сколько он мне сейчас нанес урона. Зачем вот это делать? Просто берет, портит игру другим. Он за это вообще ничего не получает, ребят. Просто бегает и убивает. Ладно, давайте мы туда попробуем пройти. Хотя вот здесь беговая дорожка большая, я хочу попробовать на ней побегать. Давайте сначала... Блин, он там, вон, смотрите, бегает. Сейчас снова мешать, наверное, будет. Ну-ка, 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 на самую гигантскую беговую дорожку хочу встать. Попробовать. Ну-ка, 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 ну-ка. Вообще он там будет бегать у нас или нет? Так. Идем, 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 идем. Оп. Вот. Ну-ка, поскольку он будет прокачивать. По 0.02 также, ребят, прокачивает. Я думал, будет больше. Но нет. Также прокачивает. Сколько там у нас? 18.23. Угу. А интересно, если я куда-нибудь в другое место, например, а, вот, смотрите, можно вот так пробелом чуть-чуть подвинуться. Вот, и все, и прокачиваем тогда скорость пока что. Смотрите, у нас 2000. До следующего бравла мы тогда будем пока стоять на беговой дорожке. Прокачивать скорость. Надо хотя бы, наверное, я думаю, 20 сделать, а потом уже и побольше. Там до 30, до 40 доходить. Потому что со скоростью, мне кажется, он будет гораздо быстрее бегать, персонаж. И, ну, не знаю. Ребят, пишите в комментариях, у кого там сколько скорости и с какой, ну, быстро он передвигается у вас или нет, персонаж. Очень интересно, потому что я, например, еще пока точно не знаю, будет ли он быстро перемещаться или нет. Вот, тут кто-то нам пересоединился, смотрите, наверх смотрит. Так. Бегаем, бегаем, бегаем. Да ты зачем так делаешь? Слушай. Ладно, ребята, сейчас мы ему придем отомстим. Чё-то он совсем уже распоясался. Так, о, нет, бравл. Пошлите на бравл сначала. Так, сначала бравл. Так, давайте прокачиваем дальше силу, пока есть время. Так, плюс 9, хорошо. Так, ну прокачиваемся дальше. Вот, смотрите, маленький вообще стоит. Хотя маленький, но он, блин, может быть все равно. Сила у него богатырская. Так, 5 гемов дают. 100 гемов, если выиграть бравл, я так понял. Так. Ну, бравл мы никак не выиграем, потому что тут вообще какие-то и читеры есть, и, вон, смотрите, какие гиганты. Мы-то еще не такие, не прокачали достаточно много, чтобы быть супер-гигантом. Интересно, сколько вот у него силы? Самый мощный здесь 131 тысяча, ребята, ничего себе! 131 тысяча силы, это какой гигант? Это где он вообще? Это 100% не он. Это, наверное, не он, а кто-то другой. Да, вот это да, прикольненько. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Плюс 7, неплохо. Неплохо, неплохо. Так, продолжаем, продолжаем, давай, давай, давай. Плюс 1, а сейчас плюс 1 дали. Так, давайте отжиматься тогда. Оп, оп, оп. Все пропали, а я не пропал еще. Плюс 10, вот это хорошо. Так, ну я думаю, 2300, наверное, мы сегодня сделаем. Хотя, я не знаю, точно сделаем или нет. Так, оп, 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 оп. Смотрите, они там дерутся все между собой. А я не могу драться, да? Или, подождите, почему я не могу драться? Снова не могу драться, ребят. И, а-а-а, вот этот маленький, быстрый, шустрый, как же он надоел, а? Все, идем дальше. Идем дальше. Смотрите, ребят, он летает. Ну это читер, да, читер. Тут очень много читеров, ребят, смотрите, просто. А, огромное количество читеров. Ну и зачем так делать? Не понимаю. И почему, интересно, их не банят?
Или не успевают их банить, непонятно. Вот это вообще, как ты сюда попал? Сколько у него? У него 78, ребята. Вы видите, у него 78 скорости. Вот почему он такой быстрый. А как он так сделал? То, что он маленький, у него мало силы. Ну-ка, у него ник начинается на L, да? У него 5475 силы. И почему он такой маленький, ребят? Из-за того, что он так много бегал, что ли? Может быть, кстати, да, это из-за этого. У него, смотрите, 78 уже скорости. А у нас всего лишь 19. Я думаю, давайте, наверное, на скорость перейдем. Интересно. Допустим, у нас сейчас будет 20 скорости уже. Но этого мало, у него 76. Это... Обалдеть. Это очень много. Сколько он, интересно, вот так стоял и прокачивал свой бег. Интересно. Ну-ка, сейчас посмотрим, как он будет бегать. После того, как сбегу от дорожки. А, и смотрите, лег сразу, ну-ка. Ну, он быстро бегает. Тоже хочется быстро бегать. Так, по 0.02 дается. Почему так мало по 0.02? Может быть, потом будет побольше даваться, хотя... Тут я в этом не уверен. Сейчас у нас уже будет скоро 20, и... мне кажется, 15-20 вообще почти ничего не поменяется. Мы также будем бегать медленно. Вот на 30, наверное, уже почувствуем разницу. Потому что 70, смотрите, он вообще быстро бегает. А мы очень медленно. Так, давай, сейчас будет... А, сейчас Бравл. Так, мы успеем до 20 скорости улучшить. Так, все, 20 есть, улучшили. Так, давайте прокачиваемся. Так, значит, здесь скорость тоже решает, ребят. Надо скорость тоже прокачивать тогда. 2100 у нас силы. Так. Прокачиваемся. Так, отлично. Так, вот, давайте поджимаемся. Давно не отжимались. Так. Отлично. Кстати, туда вот кто-то сразу прыгает. Плюс 2. Нет, плюс 2 мало. Давай пресс покачаем. Качаем пресс. Так. Как-то он быстро, да? Оп. 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 Руки так за голову сделал, как будто голова гигантская. А на самом деле, смотрите, ребят, голова-то маленькая. Так. Так. Ладно, пойдем с ними драться. Ой, вот это, конечно, сильный, да, вот это сильный, который быстрый. Так, ну что, ребят, мы продолжаем. Я думаю, наверное, мы попробуем все-таки на беговой дорожке чуть-чуть скорость еще прокачать. Хотя бы, ну, не знаю, все равно он медленный, очень медленный, ребят. Я думаю, мы попробуем, скорее всего, накопить до 30, потому что, ну, 20 вообще никак не ощущается. Давайте еще сходим, наверное, в Бравл. Но смысла туда нет идти, потому что там все мощные. Ну, просто давайте прокачиваем силу в Брауле, а когда мы будем не вот в потасовке, мы будем прокачивать скорость. Так лучше, наверное, мне кажется, будет делать. Ну, вот этот вообще быстрый, смотрите, он... Ах, какой быстрый. Он маленький, шустрый, я не понимаю, из-за чего это так. Так, прокачиваем вот так, вот так, хорошо. А почему я здесь один? Почему я здесь один? Никого нету. А вот теперь появился. Нет, не трогай меня. Он сейчас одного удара меня... Нет. А! Он поменял модельку персонажа? Серьезно? Ничего себе. Я не знал, что так можно, ребят. Ну, смотрите, какие мы медленные. Мы большие. Я большой и медленный. Вообще не... Нет. Лучше быть маленьким и быстрым, чем большим и медленным. Ну, мне так кажется. Напишите в комментариях, как вам лучше. Как вам больше нравится. Вон он бегает на беговой дорожке. Сейчас тоже присоединимся к нему. Так. Ну, можно так, в принципе, на самую большую встать. Просто, смотрите, мы увеличиваемся с каждым разом. И у нас... Мы скоро станем такие большие, что мы не сможем встать на беговую дорожку. И поэтому, пока у нас есть возможность, надо прокачивать скорость. Вот смотрите, у него тоже по 2 дается, да? Да, ему тоже по 2 дают. Даже по... Ну да, по 2. Так же, как и мне, в принципе. Так же у меня... все вот этот процесс весь происходит. У него, смотрите, уже почти 22. Но у нас 20 всего лишь. 20 с половиной. Надо 30 минимум. Я вот так думаю. И это будет примерно половина того, то, что он тут стоял на беговой дорожке. Тут знаете, как можно сделать? Просто зажать одну кнопку, если, конечно, никто мешать не будет. Зажать ее, и, в принципе, можно уходить. Потому что он так бегать будет.
там, не знаю, полчаса, если так побегает, в принципе, неплохо так себе скорость, наверное, он прокачает. Но, видите, факт того, то, что может кто-нибудь прийти и помешать тебе, велик, и поэтому долго ты не простоишь на беговой дорожке. Пока вот мы, смотрите, бегаем, в принципе, ну, ничего, все нормально, да, у нас? 21 уже, 21, да. А у него 22,3. Вот, смотрите, мы сейчас вот... Вот, смотри, кто-то... Вот, вот этот вот. 79 у него, смотрите, почти 80. Почти 80 скорости. Да, вот интересно, сколько он на беговой дорожке зависал, чтобы сколько скорости сделать. Смотрите, ему дают также по 0,2, по 0,2. Смотрите, а этот хочет с ним драться. Нет, он не выиграет никак. Захотел он подраться. Главное, чтобы меня он не трогал. Нет, тот не трогает меня. Да, ну-ка посмотрим. А, нет, у нас 22 еще даже нету. Ну, интересно, интересно будет. Кстати, нет, сила и скорость — это разные вещи. Скорость все-таки нам нужна. Мне интересно, будет ли наше тело меняться, если у нас скорость будет расти. В Бравл идем или не идем в Бравл? Мы всего лишь, получается, даже до 22 не смогли сделать. Нет, в Бравл мы не идем. Давайте до 23, наверное, сделаем. Или, может быть, даже до 25. Ну, нет, до 25, наверное, долго будет. 22, я думаю, будет достаточно. Так, давай. 22, в принципе, я думаю, будет. Ну, пока что. Потому что стоковая — это 15 скорость, а у нас уже 22. Чуть-чуть побольше, но этого все равно тоже мало. Недостаточно. Нужно больше скорости нам. Нужно больше скорости, ребят. Так. Ну что, ребят, я думаю, будем заканчивать на этом. В следующем видео продолжим бегать на беговой дорожке и участвовать в Брауле. Всем спасибо, ребят, огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока.